9 подразделений до 15 июня направят в Минобороны для очистки Арктики от экологического мусора. Задача подразделений входит в снос старых и обветшалых зданий и построений, а также рекультивация участков местности. Весь металлолом будет собран, спрессован с помощью специальных машин и подготовлен для вывоза на материк с целью последующей утилизации. Направляемые в Арктику подразделения будут выполнять задачи по очистке до конца октября текущего года, после чего их сменят другие подразделения. Строительство объектов военной инфраструктуры для подразделений российских войск в Арктике завершится до конца года. Работы ведутся в соответствии с планом, и к настоящему времени они выполнены на 70%. Напомню, работы по созданию военной инфраструктуры на арктических островах начались в середине прошлого года. К сегодняшнему дню на острове Котельный соорудили жилой городок замкнутого цикла для военнослужащих «Звезда», оборудовали позиции для радиорелейных, зенитно-ракетных и радиотехнических отделений, а также пункты наведения авиации. Также продолжается строительство военных городков на мысе Шмидта и острове Врангеля. Корабли ледокольного класса «Василий Головин» и «Академик Трешников» доставили на остров Средний, архипелага «Северная земля» строительные материалы и другие грузы, предназначенные для создания соответствующей инфраструктуры в регионе. На судах начались работы по подготовке к выгрузке. Рейс по доставке грузов на архипелаг «Северная земля» в интересах Северного флота стал первым в 2015 году. В настоящее время также совершаются регулярные рейсы по доставке необходимых грузов на другой арктический архипелаг «Земля Франца Иосифа». Вышедший из архангельского порта теплоход «Polar King» тысячи тонн грузов на борту в сопровождении дизельного ледокола «Капитан Драницын» достиг острова Земля Александры. В ближайшее время ожидается прибытие из Кандалакши второго теплохода «Виктор Ткачев» с 2000 тонн грузов на борту. Губернатор Мурманска Марина Ковтун заявила о создании в регионе системы подготовки уникальных специалистов для арктических проектов. Сегодня регион стоит на пороге больших перемен, реализация крупных инвестпроектов, интеграция в процесс нового освоения Арктики. Мы обязаны включиться в этот процесс не только нашими территориальными и природными возможностями, но и кадрами. Создать систему уникальных специалистов для арктических проектов, подчеркнула Марина Ковтун. Глава региона отметила, что первым шагом на пути к этому станет формирование Центра арктических компетенций. Создание центра, реализующегося систему комплексной непрерывной подготовки рабочих кадров на высокотехнологичном оборудовании для арктических проектов – приоритетная задача ближайшего будущего. В целях комплексной и системной подготовки кадров с высшим образованием для потребностей экономики и социальной сферы региона подготовлен проект создания Мурманского арктического государственного университета. Базой для него станут Мурманский государственный гуманитарный университет, польский филиал Петрозаводского государственного университета и Хибинский технический колледж. К ямальскому проекту «Кочевая школа» подключилась школа-интернат села Кутып-Юган, которая организовала летнюю игровую площадку для детей и работников 15-й и 16-й оленеводческих бригад Ныдинской тундры. Площадка будет работать в течение 2 месяцев. Вожатые старшеклассницы школы прошли специальную подготовку и стажировку на базе детского сада «Олененок». Накануне делегация школы-интерната села Кутып-Юган посетила места кочевья оленеводческих бригад, в том числе и Ирцанги, которая расположена на побережье Обской губы. Дошкольникам вручили рюкзаки с книжками на ненецком языке, с учебно-дидактическим, игровым и развивающим оборудованием. Одной из приоритетных задач ямальской системы образования является обеспечение равных стартовых условий для детей, в том числе ведущих вместе с родителями кочевой образ жизни. В округе организованы кочевые группы детского сада, мобильные сезонные площадки кратковременного пребывания детей-тундровиков старшего дошкольного возраста, каникулярные летние школы для будущих первоклассников в местах кочевья ямальских оленеводов. Арктический туризм в России активно развивается. Сегодня создана и активно работает специальная ассоциация арктических туроператоров. Стоит сказать, что туры в Арктику осуществляются на круизных лайнерах, а иногда и на научно-исследовательских суднах, где все туристы становятся учеными и исследователями. Все необходимые условия для проживания на таких судах созданы. Арктический туризм стал весьма популярен среди иностранных туристов. После введения санкций резко возросло число туристов из Китая, туристов из Европы стало несколько меньше. Россияне также стали активно посещать Арктику. Самое популярное место – это земля Франца Иосифа, а также Северный полюс. Туристам показывают не только красивые пейзажи, но и специфические для Арктики народные промыслы. Всего Арктика включает в себя 192 острова вулканического происхождения, покрытых на 85% ледниками. Малый бизнес на Ямале стабильно развивается. В этой сфере работает 80 тысяч человек. Годовой оборот составляет 150 миллиардов рублей. Правительство округа максимально снизило ставку налогов по упрощенной системе почти в 3 раза. И уже в этом году принят закон о налоговых каникулах. Сейчас так называемые малыши могут воспользоваться любой из 7 форм поддержки, действующих в округе. Сумма финансовой помощи от 300 тысяч рублей до нескольких миллионов. Ну и, пожалуй, одно из главных достижений – это возможность кредитовать предпринимателей по низким ставкам от 5,5% до 9% годовых.
Все достижения вертолетостроения представили на выставке в Москве. Выставку вертолетной индустрии специалисты называют событием года в отрасли. Особый интерес гости проявили к новинкам компании «Вертолеты России». Несмотря на экономические трудности, прошлый год компания завершила успешно. На 70% выполнен план по импортозамещению. Здесь на выставке они представили два новых легкомоторных вертолета. Одна из новинок – машина К-226Т. Он недавно прошел сертификацию, оснащен более мощным двигателем, что повысило дальность полета и экономичность. Именно эта модель предназначена для работы с санавиацией. На борту размещен современный медицинский модуль, который позволяет спасти пострадавшего из самой труднодоступной точки. Еще одна новинка – это вертолет «Ансат», который специально модернизирован для работы с санавиацией. Руководитель холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев рассказал, что государством перед компанией поставлена серьезная задача – разработать вертолеты, которые способны выполнять самые сложные задачи в условиях арктической зоны России. Эти разработки активно ведутся. По Арктике достаточно много требований. Это обеспечение технологичности в суровых климатических условиях. Нужна повышенная дальность и нужно ориентироваться в навигационной обстановке, помимо других требований. Поэтому над этим сейчас работает конструкторское бюро. Если брать в качестве основного летательного аппарата, который мы будем готовить для работы в арктических широтах, то это прежде всего новый вертолет Ми-38, разработки Казанского вертолетного завода, а также модификация вертолета Ми-8, производство и испытания которого Улан-Удинский завод планирует завершить уже в этом году. Ожидается заключение большого количества контрактов на поставку вертолетов, в том числе и российского производства. Туристический культурный центр Ненецкого автономного округа открыл горячую линию по приему звонков от населения о загрязнении окружающей среды и ущербе для экологии. Таким образом, организация присоединилась к инициативе активистов ОНФ о создании экологической вахты. Каждый звонок будет регистрироваться, а информация будет проверяться. Ненецкий округ славится красотой своей природы, чистым воздухом, водой, редкими видами животных, птиц и рыб. И неудивительно, что сюда едет все больше туристов. Однако не все из них знают, что нужно делать, чтобы не нанести ущерба окружающей среде. Не так велик, как хотелось бы, и уровень экологической культуры как самих туристов, так и жителей округа. Увы, часто в тундре можно видеть неубранный мусор, как следы пребывания там отдыхающих. Кроме того, важно вовлечь в экологическую вахту как жителей округа, так и туристов и путешественников. Поэтому туристический культурный центр округа открывает горячую линию, на которую может позвонить любой и сообщить о загрязнении или возможном нарушении законодательства об охране окружающей среды. Авиакомпания «Ямал» может заказать до 25 пассажирских самолетов «Сухой Суперджет 100». Пока заказ на самолет «Сухой» не сформирован, но ориентировочно компании для комфортной деятельности и выполнения всех социальных обязательств необходимо до 25 судов. Не исключено, что порядка 5 начнут работать по авиакомпании уже в этом году. Более подробно эта ситуация будет обсуждаться на совете директоров компании в июне. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» рассматривает возможность перехода на воздушные суда отечественного производства. По мнению губернатора «Ямала» Дмитрия Кобылкина, на постепенную замену авиапарка уйдет 5-6 лет. Ожидается, что будут сформированы специальная цена и система лизинга. Сухой Суперджет 100 – самолет нового поколения на 100 мест, разработанный и произведенный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии итальянской компании. В сельскохозяйственных производственных кооперативах Ненецкого автономного округа родилось около 45 тысяч оленят. Ожидается, что отельная кампания завершится в последних числах мая. К этому времени оленье стадо округа может вырасти более чем на 60 тысяч голов. По мнению тундровиков, погодные условия в этом году способствуют сохранению поголовья ни метели, ни сильных морозов. Небольшие сложности возникали в восточных кооперативах, но они не принесли массовых потерь молодникам. Да и хищники, орлы, медведи и росомахи чрезмерной активности сейчас не проявляют. Поэтому год для отельной кампании можно назвать удачным. Первый теленок в Ненецком округе в этом году родился в СПК «Ерх» 18 апреля. Оленята, появившиеся на свет в конце апреля, начале мая, уже крепко стоят на ногах.